Приветствую вас. По общему правилу ситуация заключается в том, что эмоции и впечатления, которые были вами получены тогда, слишком яркие, сейчас ваша жизнь не настолько полна столь эмоциональными переживаниями, как в то время. И, соответственно, в купе эти составляющие дают то, что вы называете, вот, так сказать, то, что вы называете яркими впечатлениями, да, яркими воспоминаниями и так далее. Вот. Ну, не исключено еще и то, что те впечатления для вас и те переживания для вас, они имеют особое значение, они не завершены. Вот. То есть, ну, вы от них не освободились полностью. Вот. И, соответственно, в том числе еще и поэтому может быть такой момент у вас, что вы реагируете на это вот ну, подобным образом. То есть, грубо говоря, вот, ну вот так. Вот, то есть здесь момент заключается в том, чтобы завершить воспоминания, чтобы как-то придать им некую завершающую форму, для чего вам необходимо интегрировать опыт в результате этих переживаний в тело своей личности. Вот. И вы, собственно говоря, вы сможете уже двигаться дальше на более такой полной, ну, на более полной основе, да? Вот, не так, как это происходит, например, у вас сейчас, что вы, по сути, застряли в этом. Вот. Такая вот история, это то, что можно вам ответить. Вот. Что касается других, то не совсем понятно, почему вы считаете, что можете сравнивать других людей. Допустим, с собой. То есть, все-таки все люди разные, и то, что справедливо, например, для другого человека, вот, совершенно не значит, что будет справедливо для вас, и наоборот, тоже, вот. Так что, такая вот история. Да, если у вас есть некая незавершенность, это безусловно, вот, если у вас некая незавершенность эмоциональная, ну, опять же, это не критично, да, то есть, в принципе, при желании все более чем корректируется, вот, при желании, опять же, то есть, если у вас есть такая необходимость, если у вас есть такая потребность, то все это корректируется более чем, вот, без проблем и быстро, вот, относительно. То есть тут, конечно, все зависит от вас, от уровня вашей сопротивляемости, вот, от уровня вашей вовлеченности в процесс и так далее. Вот так.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго, я вам желаю в себе разобраться. Я желаю вам понять, что же вы все-таки хотите, чего же вам все-таки не хватает. Вот, я желаю вам разобраться с тем, что стоит за вашими, ну, за вашей незавершенностью, скажем так, воспоминаний. Вот, я надеюсь, что вы в этом разберетесь и все у вас будет хорошо. Всего вам самого доброго, Даниил, и удачи!